он сзади вот очень часто лезет, ему по морде достается. Пойдем, там еще кто-то ушла. Тебе надоело уже, да? Он мне пинает, да. Смотри, смотри, что делает. Лапами, как кот, когда вот ему нравится. Ну, давайте я его поближе только посажу. Как нам сделать лучше? Да вон, на камень, на камень. На камень садись, да. Тут солнце достать. Или между львами. Все-таки вот под кустик вот здесь, под кустик. Никто и так давай, уходит, давай, не поворачивай, поворачивай, поворачивай. Садись, вот. Подсуди, я с тобой рядом. Давай, на память. Ну, фиг его знает. Что ты там? Я же 2 минуты буду чувствовать. А там перекличка. А тут кэзи туристы. Вот так вот в панораме, потому что будет классно. Когда мы между ними двумя. Наташ. Да ладно. Обозначает свою территорию на ночь, когда ложатся спать, да. Здесь занято, да? Да. Ну, все. Сашка, а селфи с этим львом? Рядом лечь и селфи сделай. Вот смотри. Не любишь селфи? Хорошо. Теперь смотри сюда. Да, да. Смотри сюда. А еще знаешь, как Сашка может? Ну, смотри. Вот так вот сесть, вот так вот, вот так вот, прям оба. Вот как-то вот так. Спасибо большое. Я с тобой ясно. Там прям вообще классно. Там прям свет немножко добавим. Че? А ты вот сюда. Ну если что, мне не опирайся. Вот так. Вот так. Ого, сколько и с этой парой давай. Рядышком завались вот здесь. Только как охотники на привале. Видел картину? Там охотники вальяжные. Так вот сюда и ноги сюда вот хорошо бросай. Так. Во, вот так. А там у них руки своя, смотри, история. Вот, там вот, нормально все. Там, там все хорошо. Да. Там подлиннее вот он называется. Ну, не спело. О, как синхронно. Зевнули Степашка с Азизой. Никого нет. Малыш, туда посмотри, малыш. Ты будешь. Ну туда посмотри, быстро смотри. Ай, малыш, хороший какой. Ай, какой хороший. Малыш, я здесь, где тапок? Где тапок, малыш? Где тапок? Вот тапок. Вот отсюда такие фотки получились, да? Сейчас в профиль. Прям вообще. Они, да? Все вот так вот их видно. Мы вам потом перекинем, когда выйдем. Что, скажи, я уже прям улыбаюсь. Камеру. Там Олег Алексеевич, может, папка. Здорово, здорово. Скажи, не я вам, а вы мне завтра. Пойдем, пойдем. Будь здоров. Пойдем. Ну, поедем, проедемте по компании. Все. А, вернем за телефон. Всем спасибо, поехали. Таня, искать. Где мой телефон? Ваш, не знаю. Я же ехал, тоже с телефоном был? А я его так положил в зеленой машинке, кажется, свой. А позвони Татьяне Сергеевне, чтобы она... Угу, сейчас.